тебе безмерной отвагой слепя, всем живым молчаливым укором. Он опять вызывает огонь на себя, весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый час он к атаке готов, как бывалый солдат чистый собран. Но осколки взошли миллионом цветов в сердце города гордым и добрым. Город на передовой, генерал и рядовой, третий год войной обласкан, катит детские коляски. Город на передовой мчит студенческой гурьбой, только в часе комендантском Марс восходит над Луганском. Понимаете, в 14 году мы все вместе восстали против Майдана фашистского переворота. Похожая ситуация была и в Крыму, и в Одессе, и в Луганске, и в Донецке, и в Харькове. Но судьба дальнейшая нашего сопротивления сложилась по-разному. И я ощущаю свою ответственность, потому что я тоже вышел в марте 14 года первый раз на Куликово поле выступить. И вот с тех пор, будем так говорить, я не ушел с Куликово поля. Планы до этого приехать такой, буквально, скажем, через тур, через две недели, с 27 по 1 декабря у нас будет 5 городов, причем мы в них не были, кроме Горловки, в Стаханове, в Горловке мы были. Будем еще в Краснодоне, Алчевске, Свердловске. И Свердловске. Программа будет называться «Ты будешь жить». И уже готовые афиши, скоро пойдет везде реклама. Там наряду с нашими, хорошо известными хитами, будут все-таки еще и совершенно новые песни. Мы сегодня вот так вот приоткрыли завесу, да. Мы спели одну песенку новую. «Русская весна». Вот эта песня из нового блока. Такая, да. Вот, да. Ну вот кто придет к нам на концерт, тот услышит уже все остальные. И еще акция. Сейчас я вспомнил удачно. Первые 100 человек, которые купят первые 100 билетов, мы так придумали, они получат от нас компакт-диски. Эксклюзивный, да, сингл. Такой сингл называется «Чистое небо» с нашими автографами. Вот получите такой подарок. Так что нужно торопиться, да? Да, я бы зарекомендовал торопиться. Друзья, да. Торопитесь. И я надеюсь, до встречи на наших концертах, мы будем очень рады. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться в 19, 20, 21 веке. Эти русские девочки не меняются. Жена декабриста, сестра милосердия. Любить и спасать, пока сердце в груди трепыхается в 19, 20, 21 веке.
Ты же мой русский мальчик, война, ополчение, умереть за отечество. Ничего не меняется, ничего не меняется. Бесы скачут, а ангелы ждут на пороге вечности. Я твоя русская девочка. Белый бинт, красный крест, чистый спирт. В мясорубке расчеловечивания бьет щит тебе из моих молитв. Песня о Луганске, реально о Луганске. Какие снятся сны тебе, мой город, медленно и верно сползающий в распахнутую бездну войны. Здесь на границе мира и инферно мы все обречены. Точки зрения ее нам не понять. А может быть, мы стражи этих мест, и как бы ни росла воронка ада, как часовые мы застыли здесь. А может быть, мы вечные романы. Апологеты ветра и раздолья всегда в пути, и этот путь себе, и потому нигде нам нет нигде покоя. Такие сны, какие снятся сны, какие сны, какие снятся сны, какие. Базе маршрута группа «Активная зона». В принципе, она трансформировалась еще. То, что получилось где-то так. Сегодня вот именно в настоящее время, в настоящий приезд, это завершающий пока концерт. Позавчера был Первомайск, вчера был Кировск и Брянка. Вот, было очень приятно, полные залы, люди принимают очень приятно, хорошо. Ребят, победы. Наши победы. Все, больше ничего.